Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Мистерион, и сегодня я покажу вам, как устанавливать мод для игры MXGP3. Для начала идем по пути CUSERS, имя вашего пользователя, AppData Local, MXGP3, Config, Windows, No Editor, и открываем файл input.ini. Вставляем туда вот этот вот текст, который я вам оставлю в описании, ставим атрибут только чтение, сохраняем. После этого необходимо открыть игру. Запускаем наш файл от имени администратора. После этого в одном нужно нажать кнопку для продолжения. Нажимаем, оно закрывается. Второе окно мы не закрываем. То есть программку не закрываем. Заходим в саму игру. Открываем консоль и пишем по-английски FOV, то есть угол обзора. И ставим желаемое значение. Для примера покажу 85. Все, после этого программку не знаем. Закрывать можно, не можно, нельзя, я не знаю, это уже так, сами проверяйте. Ну а так, в принципе, все.